Всем привет, меня зовут Лекс. Сегодня мы будем испытывать патч LexCable на прочность. В каждом видео по сборке я в конце вот так вот дергаю за разъемы, чтобы показать, что провод получился крепкий. Но это не является измерением, а сейчас мы именно измерим, какой вес он выдержит. Для этого я сделал вот такой вот стенд. Это моя собственная педаль AC Booster. К ним мы подключим вот этот патч, а на него подвесим груз. Как вы думаете, сколько килограмм может выдержать беспаечный патч, на котором провод просто вот так на винтике держится? Давайте мы сейчас испытаем. Включаем его сюда. Это у нас крючок для груза. И в качестве груза давайте использовать такую простую и понятную всем вещь, как бутылка с водой. 5 килограмм. Как вы думаете, выдержит или нет? Мне кажется, да. Итак. Все пока держится. Давайте добавим еще одну. Делайте ставки, господа. Выдержит ли патч 10 килограмм 2 бутылки с водой? Мне кажется, что да. Выдержит ли моя стойка? Все пока держится. Ну и что? И еще одну. Еще одну. 15 килограмм. Делайте ставки. Я ставлю на то, что выдержит. Ну, отлично. Вы, наверное, пробовали оттащить 3 бутылки с водой из магазина? Представляете, что за вес? Он у нас висит вот, на нашем патче. Сейчас мы проверим, собственно говоря, сохранил ли он работоспособность после таких издевательств. Для этого у нас есть мультиметр. Давайте прозвоним. Итак, прозваниваем экран. Все работает. Прозваниваем сигнал. Все работает отлично. И давайте мы его сейчас развинтим, чтобы вдруг не было возражений, что, может быть, мы его там на клей приклеили, чтобы он был крепче. Вот, собственно говоря, наш патч. Мы можем разобрать, собрать обратно. Опа. И вот такие вот джеки, если кто-то не видел ни разу. Всем спасибо за внимание. С вами был Лекс.